Да, Иваныч, по оперативке, Не снимай меня, говорит она, телефон потеряешь. Женщина очень храбрая. Особенно интересен тот факт, что схватили ее и поймали, выходя из Азовстали. Наверняка это снайпер. Сейчас ее будут проверять. Очень много, кстати, девушек последние дни выходят здесь из Азовстали. Сейчас ее будут проверять, уже наша контрразведка. Списки у них есть. Знаете, я очень много видел людей, которые выходят из вот боя и выходят из подвалов. И, ну, первый раз я вижу именно такого храброго человека, который окружена бойцами ДНР, чеченских батальонов, может себе позволять вот такие вот высказывания. Без прописки. Не может быть. Может. Может. 25 лет. Нет. Да, может. Может. Здесь документы все мои. По дед, як багатодіт намагли. Вместе со мной пойти. Убери, я тебе говорю, ты потеряешь телефон. Меня снимать не стоит. А так я, если вам что-то надо, хлопцы, дайте мне машину, пожалуйста. Морга. Ты только что говорила в школе. Так я и шла за сестрой. Ты меня не путай. Меня ты не запутаешь, поверь. С моей памятью все в порядке.